И все привет, ребят, сегодня будет ПСЖ против Монако. Так что погнали. Так, выбираю вот классика, одежду. Так что давайте поиграем. Успел. А, ладно. Это кто? Ладно. Наверняка Месси. Это Кавани. О, хорош. Ладно, давайте, погнали. Так, что так? Мимо. Ладно. Капитан кто на ПСЖ? Амкара Месси. Месси, Амкара Месси. Ладно, давайте. Так, пас. Хорош, Неймар. Блин. Никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Это состав Пари Сен-Жермен. Перед нами классическая схема. Я не понял, ладно. А, все, давай. Блин. Так. Наверняка. Давайте, Кимпепе. Зачем? А, ладно, все равно сейчас будет желтая карточка, я уверен. Да блин. Неплохо атака развивалась. Удар по воротам. Давай. Да зачем? Я не хочу желтую карточку получить. Все, удар, это удар. Я подкат не дал. Месси. Давай. Эндерсон Кавани. Не получилось, ладно. Блин, так. Ничего. Ты чё даёшь, а? Кимпепе. Оп. Финты. Бляха. Из-за того, что я аут, что ли, да. Так, ладно. Отложенный штраф, все по делу, все четко. Да, другой бы уже на этом месте свистнул. Да просто, я не понимаю. Дай просто. О, хорош. Месси, дай Месси. А, подкат еще. Все. Отомстим за Месси. Плохо в обороне сыграно. Не отомстим. Да блин. Ты чё, издеваешься? Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать... Ладно, попробуем по-другому. А, еще угловой. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Да просто дай пас! Хорош! Так, где Неймар Джуниор? Совсем плохая передача, нужно собраться. Так, стоямба. А, вот, все вижу. Да блин. Все получилось. Неймар, давай. Можно забивать. Что за Кавани? Да уж, Кавани, зачем? Да уж. Ладно. Видели, как он прыгнул? Это... Ладно. Все. Финти. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Стефан Йович. Александр Головин. Где защитники? Стефан Йович. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Мне достанется мяч. Да блин. Да зачем? Ну просто не понимаю. 1-0. ПСЖ 0. Есть поддержка от атаки, можно что-то придумать тут. Не-не, так просто не выйдет. Адриан Рабьё.
дай просто Неймару. Вот это передача Дракслера блестящая. Повыше и посильнее. Не получилось. Тысяча и один способ доставить мяч в сетку. Нет, это не сборник сказок. Давай. Хорош. Вот это Неймар. Неймар! Не получилось, ладно. Так, где Месси? Подает Неймар. Адриан Рабьё. Самый простой и надежный способ в такой ситуации. Опа. Просто-напросто выбить. Опа. Опля. Неймар! Ууу, как близко! Эндерсон Кавани! Чё? Дай просто подкат, дай, да, делай чего-нибудь! Хорош, всё, нормально. Неймар! У меня так много шансов, но нет, не могу. Если сейчас Монако меня победить, я выбираю Манчестер Юнайтед против Монако. Монако атакует флангом, и там есть свободная зона. Будет навес! Да что за фигня? Хорош, хорош, вратарь, хорош. Хорош, так. Хорош. Зачем я хорош говорю? Ладно. Да почему? Я... Чё за... Что я сделал? Он это сделал. Я не толкнул. Ладно. Все, первый тайм закончился. И мы будем замену делать. Вы думаете, как ты замену будешь делать, если они сильнее? Ну, я, наверное, как замену на... Вот на этого. Ди Мария выходит. Потом выходит. Так. Наверное, я заменю... Вот этого. На этого. И последний штрих. Потом. Все, я замену сделал. Арбитр дал свисток, начало второго. Так, погнали. Играют ПСЖ и Монако. И пока что Монако выигрывает. Преимущество небольшое, оно вполне может даже сыграть на руку соперника. Я не понял, Что за фигня? Доставай уже. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание. Хорош. Хорош. Давай. Да нет. Я не могу взять. Так. Судейский свисток остановил игру. Пари Сен-Жермен пробил. Один гол у него. Погнали. Так, я вратарь. Я вратарь. Я тут заигрываться, нужно сыграть проще и надежнее. Неймар. Кавани. Эндерсон Кавани. Ну, грузи в штрафную. Давай. Да что за фигня? Фалькао. Очень надо постараться сегодня, защитник. Он работает с мячом, всех обыграл. Хороший пас на ход. Да блин. Будет штрафной. Денич лет 20. Что я опять сделал? Арбитр показывает желтую игроку Пари Сен-Жермен. И показывает. Чего? Из-за этого желтой карточка. Очень хорошая возможность забить со штрафного сейчас. Замена у нас. А, у них замена. Нет, отойди от меня, а.
Хорош. Так. Нет! Что за фигня? Что за фигня? Погнали. Ну что за фигня? Почему я проигрываю? Все. Ну все, все, все. Ну, кажется, я уже проиграл. Никакого шанса нету, потому что 2-0. Сейчас... Это не я, это автоматически. Да блин. Все, подкат. Все, я тоже хочу на смену, так. Я знаю, кто уходит, так что... Разыгрывают игроки Монако. Ревут трибуны, покидает поле, наверное, самый ценный игрок сегодняшнего матча. А, все, 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 давай. Не море, пришел. 11 номер. Мяч летит в центр штрафной. Что за... один удар, но может быть и второй. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Да нет, да держи. Забирает мяч голкипер, а предыдущее спасение все еще держит стадион на ушах или на ногах. Зачем туда просто? Зачем? Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Да просто зачем? Мяч вперед идет к чужим воротам. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Удар по воротам не сильно получился. Давай. Да почему? Да возьми мяч! Возьми мяч! Видел открывание впереди, делает передачу. Дай пас, мяч просто. Можно начинать свою атаку. Все, погнали. Все нормально. Месси, беги. Не беги. Все, я проиграл. Ну что за фигня? Мне казалось, он вообще с этой ноги бить не умел. Доказал обратное, восхитительный гол. У нас есть возможность посмотреть на гол с другого ракурса. Я могу победить, я не сдаюсь. Куда? Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге. Пари Сен-Жермен нарушил правила, по мнению арбитра. Это желтое, все по делу. Пошли последние 10 минут игры. Все, да, я проиграл. Проиграл. 3-0. 3-0. Нереально. Это невозможно просто. Отлично, они в контрпрессинге сыграли и вернули себе мяч. Марко Верати. Не, я все равно реванш буду. Великолепный пас от него пошел. И этот пас ждет Ди Мария. Да, наконец-то! Который мало что меняет, точнее, не меняет почти ничего. Наконец-то ход один. Ну, после такой подачи грех не забить. Шикарная атака приводит к такому же шикарному голу. Кстати, этот парень дело-то свое отлично знает. Не первая его передача такая. Хорош. Видно, что на у меня нет все равно. Этот парень не терял. Ну, тут все очень время. Сыграли, навес, удар, гол. Отличный удар головой. Этот игрок умеет так пробить. Так. Давай, 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 давай. Неплохо атака развивалась. Да давай, поздай. Вот как ты даешь, предатель.
Давай. Давай. И забирает эту подачу вратарь. Да ёб твою дивизию. И покидает мяч в штрафную. Кавани. Эндерсон Кавани. Эдинсон Кавани. Именно он будет сегодня на острие, и ему не нужно много... Хорош, давай, давай. Великолепный пас от него пошел. Супер момент у него. Красивейший гол. Смотри, ты как красивый жигол. Я думал, вообще это не гол. Оказывается, гол это. Кия. Но все равно я проиграл. Да, это круто, что 2-3. Все. Не, надо еще раз поиграть. Класс, так, завершить. Так, давайте возьмем классика. Так, возьмем. Погнали, Францию. Посмотрим, как победить. Рокост команд. Все нормально, все четко. Тренировка. Оп. 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 Опа! Почти. Давайте еще раз. Оп. 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 Опа. Опа! Почти. Теперь давайте финт. Оп. Давайте просто пушка. Давайте еще раз пушка. Теперь просто финт и гол. Да, это просто вот так. Давайте еще раз. А, не получится сделать так. Посмотрим, кто победит. Монако победил ПСЖ. А посмотрим теперь, Манчестер Юнайтед победит или нет. Давайте, погнали, погнали. Так. Оп-оп-оп-оп-оп. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Монако. Так. Понятно. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч. Я же ничего не сделал. А, они сделали. Ладно. Серхио Рамос. Фода. Златан Ибрагимович. Угловой. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Так. Опля! Не клеится, никак не клеится. Все вроде бы делают правильно, но как дело доходит... Понятно, до... понятно. Да, бывает и такое. От сильного желания и чрезмерного старания. Понятно. А, не получилось, ладно. Головой будет. Так. Головин. Я не понял. У меня самая сильная команда, но... Что за фигня? Я не понял, да? О, все, погнали. Сейчас главное сыграть быстрый чок. Хороший пас на ход. И в разрез, шикарно. На! О, круто! Ну что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Тогда не надо было Златана Ибрагимовича дать. Ладно. А чё головой? Ладно. Мяч перехвачен, плохо сыграл. Что за фигня? Так, Руни. Давай. Уэйн Руни. Давай. Ничего опасного эта атака не несла. Да еще и офсайд. Офсайд? Да ладно вас, вы надоели с офсайдом. Ладно, давайте играть, я отдохну. Ладно, давайте я с вами. Давайте, пас, пацаны.
Ой, пацаны! Хорош, все. Я стараюсь, пацаны, сюда. О, почти. Я еще буду так. Пацаны, сюда. Оп. Финты, финты. Оп, 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 оп. Я не понял, Луи. Это Лопес. Давай сюда. Штрафной, сюда, пас, вниз. Заблокирован удар. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Я еще раз попытаюсь за вратаря играть. Так, пацаны, а, нет. Пока Манчестер Юнайтед не взяли, так, ладно, подождем. Пацаны, сюда. Хорош, сюда. Лапинай, ёб твою дивизию. Просто пинай! Давай сюда. Ты... Вы что, издеваетесь, что ли? Это издеваться, что ли? Давай, дайте мне мяч. Будет штрафной удар. Ну это что, называется штрафной удар, что ли? Да, можно. Лопес. Давай, хорош. Так, назад. Финты. Да ёб твою дивизию. Не было, не было, все, погнали. Бла, давайте. Просто дайте мне. Все, все, все. Я на вратаре. А все, давайте. Пике, давай, вратарь. Все, все, давайте. Я просто хочу забить за вратаря. Опа. Ладно. Прилично до ворот, но все же попробует пробить отсюда. Пике разряжает обстановку. Давай сюда. Сюда. Сюда, я говорю. Есть игрок впереди. Офсайд. На грани офсайда балансировал, но... Все, ладно. Просто я хотел забить, а не получилось. Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович. Не получилось, ладно. А, финты даже делает. Ничего себе. Есть там кому вынос, мяч не задержался в штрафной. Вот. Навязываю... Давай пас. Ибра. Ибра. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате. Я не могу забить. У меня сильная команда. Ну, не понимаю, как. Ну, ладно. Радамель Фалькао. Кажется, Монако стал сильнее. Ладно. Попробуем по-другому. Все, это гол. Это гол. Это не гол. Я пошутил. Да. Короче, ребята, я вообще не понимаю, как просто... Забить гол, который я хочу, но нет, невозможно. У меня игроков 99 время. Кажется, я знаю, кого надо выпускать. А это Руни посостоять. Да, все. Вот так босс выйдет. Хотя, знаете, там Мбаппе не выходит, пока не будет. Потом увидеть. Так что давай. О, типа жарко.
Жарко, жарко, жарко. Зачем? Мяч у соперника. Оп. Опля. Ой. Опля. Стефан Йовитич. Уверенно, дайте пасу, пацаны. Финты, финты. Да почему финты не работают? О! Ну вы не видели, это была штанга. Руни ждет там мяч. Ножницами бьет, вратарь тащит. Угловой удар, мяч у Манчестера. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Утащил один удар, но может быть и второй. А он тоже хотел ножницами бить, но не получилось. Можно провести контратаку. Контратака не будет. Фоден. Хорошо, может атака пойти дальше. Где Фоден? А, вот Пике. Что, давайте в атаку пойдем. Хватит, довольно. Салах. Ибра. Все. Я буду праздновать. Гол, наконец-то, Ибрагимович. Наконец-то, да, наконец-то. Почти справился вратарь, дотянулся до мяча, но не смог парировать этот удар. Наконец-то. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Просто я не мог, почему первый тайм я не забил гол. Когда я играл в Манчестер Юнайтед против Манчестер Сити, я забил 7 голов, а тут только один. Кажется, что-то не так. Ибрагимович! Златан Ибрагимович! Так, давайте еще раз забьем. Да блин! Не надо! Лопес, давайте! Пас! Защита! Пас, пас, пацаны, пас! Сюда. Лопес. Сюда. Ибра, сюда. Ибрагимович. Ну, грузим в штрафную. Все, получилось. Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча. А, вот ворота. В любой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Из-за меня. Все. Ой, почти гим поднюпал. Ну, смотрите, я дал пас и потом забил. Ладно, давайте. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Камиль Глик. Так, давайте. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Не получилось. Давайте сюда. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. А потом сюда. Не получилось опять. Да не надо подкат. Потом желтый получу. Это кто? Так. Мне нужен Златан Ибрагимович. Фоден. О, вот, Златан. Это была пушка. Просто пушка. Давайте мы тоже замену делаем, а чё? Знаете, я бы заменил бы... заменил бы... вот на этого, и на этого, и на этого. Кросс выходит. Всё, тройная замена. Да, по-моему, он откровенно растерялся и загубил отличный момент. Всё, выходит. Тройную замену сразу. Шансов, чтобы много было. Центр
Да, много будет. Теперь мы победим. Тут Мбаппе, Дембеле, даже Кросс. Но самый крутой футболист ушел. Руни. И Салах. Зачем Лопес прыгает? Ладно. Так. Да просто не понимаю. Да нет! Давай, Лопес. Так, мне же Мбаппе топ. Мбаппе! Это кто был? Это кто? 16 номер. Ладно. 8 номер это Кросс. Еще достаточно игрового времени. 10... Ройс где? Ройс, Ройс. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Навес в центр штрафной. Опа. Так. Финты, финты. Не получилось финты. Это оказывается Фоден. А, нет, Фоден 14 номер. 16. Либо... А, я видел только 6, значит, понятно. 16 это номер. Как там? Сон Хими. Мбаппе. Мбаппе. Просто я хотел зайти и забить гол. Ну, нет, не получилось. О, я хотел Дембеле. Давай, Кросс. Ибра. Да ёлка ломаная. Почему офсайд сразу? Ну, это был красивый же гол был. Если бы я забил. Ну, не, не получится. Дембеле. О, Дембеле. Мбаппе. Какое спасение? Так, кто бьет? Соперник, но вратарь молодцом. Мяч летит в центр. Ибрагимович. Ибра! Ладно, все, мы, кажется, выиграли. Ну, наконец-то! Побеждает Юнайтед сегодня. Практически всю игру команда искала. Все, наконец-то победили. Ребята, если вам понравился этот видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, напишите комментарии. Всем пока, всем удачи, пока-пока.